приехали на новое место. Коконино. Коконино. Кокошки Нины. Смотрите, какой кайф. Прям мы только забыли взять каяк. В следующий раз. У нас есть только удочки, хотели половить. Да. Но тут не спустишься, просто там есть вот спуск для каяков, там надо было загрузиться на каяк и просто с каяка бы ловить. Сейчас мы делаем легкий хайкинг. Легкий. Там идет гроза. Там нет никакой грозы. Вон гроза. Посмотри, как мы поедем обратно. Просто тучка. Ты знаешь, как в горах тучки появляются? Врунишка. Окей. Опа! И природа за меня сказала слово. Вот и капать стало, блядь. Врет. Окей. Через 5 минут будет видео, блядь, с паникой, блядь. Ой, орел. Смотри. О май гад. Тут где-то труп. Может быть. Ходячие. Он видит уже, блядь, что мы сдохли. Он тебя возьмет прямо здесь, на дороге. О май гаднес. Какая красота, блядь. Ёбаный ты нахуй. Ладно, пока это все, попозже будет еще. Ёб твою мать, там все плохо. Туалетом спуск? За туалетом? Я посмотрел. Там говно за туалетом. А, не, ну правда. Там нету спуска за туалетом, Мария. Типа, даже курточку бы одели. Да ладно, опять он врет. Ой. Какая тут температура? Батон. Какая температура тут? Ну говори, что ты в ТикТоке, блядь, на природе нахуй? 23. Ну, блядь. Без курточки окей. Сейчас дождь ебанет. Вот и начался дождь. Старая мудрая обезьяна была права. Сейчас размоет дорогу и полный пиздец. Потому что там дороги не было, куда мы как мы. Ой, надо возвращаться, что-то начинается, Андрей, пошли. Не, реал, да я бы прошел еще. Нет, он начинает, пойдем. А что уже все, блядь, что уже, блядь? Все, все-то. А если ливень? Так сейчас камень будет ливень. Камень смоет и нас убьет. Все, погуляли домой. Ну, по прогнозам не было синоптиков. Да в горах всегда дождь. Ну, тебе виднее, как горному человеку. All right. Да, он сказал, do you wanna ride, блядь. Ride, riding, блядь. Пиздец нахуй. Если он сказал бы драйвинг, то я бы поняла. Ну, драйвинг, это ты когда за рулем сидишь. Нас хотели подвезти. Но мы не поняли, что нам хотели предложить подвезти. Мы сказали,
Yeah. А мужик просто такой, типа, чё? И мы идем просто пешком. Are you okay? Yes. I'm okay, блядь. Ёпту. Ух ты! Ёбаный ты нахуй. Ну все, застряли. Сейчас дорогу размоет, и мы не уедем. Ну дорогу размоет, вот это хуёво, блядь. Её размоет сейчас за секунду, блядь. Я еще одел, блядь, какие-то чешки, блядь. Сука. Чешки. Городской житель, блядь. Ну потому что, как всегда, встали, блядь, с похмелья. Поехали, ну, поехали. Ну что ж похмелья? Никто не с похмелья не вставал. Просто это все. О, поехали, поехали. Ничего не взяли. Ну у нас еще есть два ролла. Если проголодаемся, останемся на сутки. Ну это пиздец. Порыбачили, блядь. Погуляли. Погуляли. Ладно, пока прорывается репортаж. Надо бежать, блядь. Не будет, блядь, дождя. Пизда пришла нежданно, блядь. Туристы, нахуй.